СССР по боксу. Пятикратный чемпион мира среди профессионалов Вивей. The ceremony is held by Arsulbek Nazarov, many-time champion of the USSR in boxing, five-time champion in professional boxing, WBA. А также приглашается Дмитрий Пирог, чемпион мира среди профессионалов, депутат Государственной Думы Российской Федерации. Дмитрий Пирог, world champion in professional boxing, state Duma deputy. Возвращаемся в Хабаровск. Идет церемония награждения весовой категории 75 килограммов. Здесь интересно, два родных брата выступали. Ну вот разное спортивное гражданство у них. Адам Белале, Латвия, он стал бронзовым призером в полуфинале. Он просто не вышел на ринг против родного брата. Но вот Миршариф Казимзаде, команда Азербайджана, тоже он в полуфинале уступил и стал бронзовым призером. Ну а в финале в этой весовой категории встречались швед Адель Белалия и россиянин Жумбулат Бижамов. Собственно говоря, Бижамов здесь, ну, не то чтобы, наверное, без особых проблем, но очень уверенно, так и скажем, разобрался со своим оппонентом. Вот сейчас поздравляют как раз таки шведа. Так вот, два родных брата на пьедестале, один на третьей строчке, ну, а второй на второй, соответственно, и победитель в этой весовой категории, представитель сборной команды России Жумбулат Бижамов. Отметим, что выполнил он норматив мастера спорта международного класса. Именно такое звание присуждается всем победителям международного турнира памяти Константина Короткова, который имеет класс А. Ну и, собственно говоря, поэтому многие приезжают сюда, на Дальний Восток, далеко, чтобы победить. И, скажем так, боксерские иерархии подняться чуть-чуть выше. Я очень, знаете, как вы сказали, что вот ребята боксируют, я очень рад, что все-таки, знаете как, ну, спасибо, во-первых, организаторам за такой прекрасный турнир. И, знаете как, и призы хорошие, и финансовая поддержка. Просто я вот со своей стороны, как боксер, я вот ребятам пожелал бы, у них все есть. Самое главное, показывать результаты.